Эта годовалая девочка пока не имеет даже клички. Бедолагу привезли из Битимки, куда волонтеры съездили в рейд по отлову бездомных животных. Лопоухое создание сейчас пребывает в стрессе, немного побаивается незнакомцев и жмется к волонтеру. Но, судя по темпераменту, сможет ужиться в любой семье. Ищем для нее квартирное содержание. Можно в квартиру с детьми, можно в пенсионерке, она очень спокойная. Ей где-то около 1 года. У этой гладкошерстной красавицы пока тоже нет клички. Девочку привезли в питомник только вчера и тоже из Битимки. Еще недавно собака жила в квартире, но после смерти хозяйки очутилась в подъезде. Пока животное в стрессе, скучает и очень нуждается в заботе и ласке. У будущих хозяев есть время принять решение о судьбе собаки. Собака поедет домой только через месяц, потому что пройдет пока курс вакцинации, обработок и стерилизацию. Потом отлежится после наркоза, и можно будет ехать домой. Эта лопоухая девочка покорила волонтеров своей активностью и игривым нравом. В питомнике она только сутки, но уже освоилась. На улице она оказалась недавно. Хозяева выбросили питомца буквально в чистое поле, на окраине Диноса, откуда ее и подобрали волонтеры. Она отдается для дворового содержания либо в вольер, либо на цепь, чтобы была хорошая утепленная будка. Внутри солома должна лежать. Две зимы. Отдается можно в семью с детьми, очень игривая, для чтобы были активные прогулки. Кроме того, у собаки имеется потомство – 6 щенков. Животные в настоящее время обитают в вольере, но чтобы попасть в новый дом, им еще предстоит выдержать период карантина, пройти обработку и прививки. Забрать их можно будет через 2 месяца. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, Служба народных новостей.